Локи. Посмотри, сколько у него звезд. Это что за Локи? Мастер рамка, у него миллиард просто звезд. Ну что, здорово, народ, вы на канале Арти. Да, это новое видео по Смайту. В этот раз у нас не Мезида, восьмой сезон. А сразу оговорочка. Не берите мой билд в пример. Я просто попытался собрать балансный билд, а так как новый сезон, еще ничего не понятно. Поэтому смотрим новую катку, ставим лайки, комментарии и ждем новое видео по Смайту. Здорово. Пытаемся апнуть ММР. У меня превосходный винрейт. Сейчас. Не хотелось бы его портить. Да, Хепри тоже хорош. Где дорот открывается, а звука нет. В смысле? Звука нет, чат? Чат, звука нет. Конечно, да я знаю, что есть. Афина, конечно, такая себе, да. Главное не юзни сейчас ничего на них. Юзнула и юзнула. Покажи глобальную эмоцию. А здесь нету, по-моему. А, нет, есть. А, нет, нету. Старый очень скин, ребят. Очень старый скин. Афин, ну я не фанат, блин, ну я люблю фронтлайн, ну как вот без фронтлайна играть-то, ну это ж вообще жесть какая-то. Нормально, 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 крипчиков отбили при всех раскладах. Так, 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 так. Все, я сосредоточен. Все, чат, я сосредоточен. Катка, возможно, пойдет на YouTube. У нас с нового сезона был только запись стрима. Как же хорошо я дал. При всех раскладах хорошо дал. Да за шо, Рома? Я кинул тебе фотку настоящего Локи в ВК. Чекнем, чекнем. Enemy spotted, enemy spotted. Be right. On my way. Не-не-не-не-не-не, не уходи. Хорошо, точно. Надо похвалить. Нужно похвалить, самое главное. Что я взял начальным предметом? Я взял начальным предметом вот эту колбочку, про которую я говорил вам катку назад буквально. Магран та еще дудка. Ой, Алина тоже без сапки, господи. Все, чат, я расстроен. Только что сердце мне разбили всем чатом. Дискорд. Да, дискорд я, кстати, сильный. Дискорд я сильный. Очень много бурстового урона. Да ты-то, Романыч, понятно. Тебе-то я уверен. Так. С месяц Смайт не играл, зашел, глянул, а начальных предметов нет. Вместо них что-то новое. Будет мини-гайд на эти шмотки? Да, да. Я уже всем пообещал, то, что такой видос будет, и он будет. Мне просто нужно время, парни. Мне нужно время их потестировать и все такое. Если команду будешь хвалить, шанс победы повышается? Ну, не знаю. Хорош смурф. Смотри на смурфа, как убирает пацаны. И вафля без сапки. Да, Сань, я же про то же говорю. Вот есть люди, в которых я уверен, видишь, в плане сабок. Типа тебя, Романыча, Чампыч там. А вот ты вот уже считаешь, что залетный. Он вермаг без сапки. Ну ты понимаешь, да? Ну залетные. Так,
Я пока фармлю, потому что мои очень сильно доминируют вроде как. А по-моему, не, это, по-моему, это не он был на Янусе, нет? Просто забайтите, просто забайтите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Я думал, мы их сейчас всех как раз дамажим. Здорово, Век, спасибо большое. Нет! Хорошо, хорошо, хорошо! Там был другой, да, там был другой. Отлично. Ох, отлично. Ой, хорошо! Хорошо, жалко, Соула умерла, но там Афродиты, вы же понимаете. Что за зеленая пелена? Это от Локи. Не-не, мы не убьем, ты шо? Nicely executed. Прямо на экран стукнул. Здорово, Стринекс. Ой, Стринекс, ты будешь сегодня на стриме? Я сегодня планирую посмотреть Everspace. Я поставил 10820 бай, нихера себе. Надо проиграть, получается? Ничего, вот ничего не, нет удивительного в том, что Афродита там умирает. Неважно, гангнул ее Локи сейчас или еще кто-то гангнул, неважно. Это Афродита, и она вот так вот играется, чардж. Я не понимаю, почему вы любите Афродиту вообще. Вообще не понимаю. Забанят вас. Ну это кто писать-то будет, ё-моё? Посижу Сколько-то? А Сиринекс без сапки. Японский бог, Не убегается, да? Не убегается. Извини, чат, это так чисто случайно вырвалось. An ally has been slain. Take right lane. Опять Афродита умерла. Как же так, 0-3? Даже петь не могу. А что с музыкой, чардж? Кто мне музыку вырубил? Радует, что оборона груди затащит. Ну, скорее всего, да, конечно, но будет тяжело. А, все, понял. Мужской род дюд, а женский дудка, понял. Спасибо за подписку. А, это сейчас это сообщение с Ютуба появилось. Главное вовремя. Сейчас сапка придет, да, там еще. Барон умер. Awesome. Nice job. Барон не умер. Remember your training. They showed them respect. Что это сейчас было? Что это было? Failure is not an option. Double kill. Не понимаю, блять. That's got to be embarrassing for them. Где саб гол и гост? Не, я убрал, потому что там непонятно, сейчас надо посмотреть будет. Мне все сабы почти слетели на Твиче, там 40 с чем-то осталось или 30 с чем-то. И непонятно, какой мне нужен сабгол. Сабгол же мне нужен был для смайликов, а у меня все слоты теперь открыты для смайлов.
Не хватает. Да, 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 я добавлю потом, Ром. Я его хотел домой уже добавить. Ну мне что, жить на соло? Она 8-го левела. Хотя это 9-го. Спасибо за подписку на арте. Спасибо за подписку. Здорово, игрок. Был уже такой весь стрим кейт недовольный. Нет, такого не было. По когу не было, го-го-го. У нас дуо хорошее. Хорош, тебе каточки надо валить. Давай, давай, Юр, давай, спасибо большое. Видимо, сегодня такой стрим. Посмотрим. Полярная звезда, я прочитал пусть. Ну, музыка хорошая. Ну, керить, понимаешь? Музыка, чтобы закерить. Да чё б ей ещё такого собрать, чтобы жестко было чат? Криты, может... Немезиду криты, может быть, попробуем? А, Чарч? Немезиду криты кто не хочет увидеть? Вы прям немезида криты. Криты, го, давай, почему нет? Все, немезиды криты, Чарч. Надеюсь, там Локи нет. Почему он бежит обратно-то, блядь? Давай, блядь, умри еще. Ну все, я игнорю. Не, я не буду, все, я реально не буду помогать ей, даже близко. Чел просто играть не может. А ну без меня вообще можно. Поржал. Смешно было. Смешно было. Смешно было, барон. Ай. 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 Посмеялся он. Все, криты. А, чат, если я заказал рукав, короче, прикиньте. Ну, не заказал, закажу. Все, не могу, прикиньте, рука натирается. Стал по 6 часов стримить, и рука натирается. В лите разрешает наличие соло. У нас нету соло. Можно посмотреть Анубиса от меня? Ну, я крайне редко играю. Если кто-то закажет его, тогда сможешь посмотреть. О том и речь. Но у них тоже слабые, на самом деле, соло. Это барон, это такое. А, давай, Ромыч, я не увидел, дядь. Сарямба. Там кабанчик. Нет, я ушел, хорошо. 4-1, уже хорошо. Опять Афродита умирает, как бы в соло. Солоедает просто по кулдауну. 0-6 у чувака. 0-6. Что там, они дерутся с Локи или что? Да нет, вы не поняли. Рукав геймерский. Знаете такой? Типа отдельно рукав продается, чтобы рука не натиралась. А, так он обычный, специальный.
Че за бейся? Мы просто жестко доминируем, но вот это Афродита, это просто, ну смешно уже. Ну чат, ну смешно. Кто там любит Афродиту? Ну это уже, ну прям, ну ни в какие ворота не лезет. Чел просто не понимает, что он должен сделать, что он может сделать. Точнее, он понимает, я не буду ему помогать. Да не, буду, конечно. Ну это бред, это полнейший бред. Это еще, ну стыдоба, бля. Оо, Фианус, вот это было вкусненько. Это было хорошо. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Ты шо, бля, такого? Йо, ненадолго залетел. Лайк поставил. Лайк. Лайк поставил, спасибо большое. Спасибо огромное, Клаус. За 150 рубасиков. Все, стример богатый. Теперь точно рукав закажу. Блять, а чё она такая быстрая? Я ж с бафом бегу, чат. Я ж с бафом бегаю, почему я догнать не могу? Кто не знает? Прикольно, прикольно. Ну все, не байте овел на Fortnite. Я теперь думаю об этом скине все время. С мечом, который уберут, а я не смогу его купить. Двойка ОП, очень много урона. Ноги короткие, поэтому бежим быстро. Думаешь, это так работает? Я про Артем, я понял. Я же про это говорю, типа у нее ноги короткие, поэтому она бегает быстро, да? Как же я ему прописал, да? Блин, Янус миснул. Не надо, Сань, не надо. Сань, купи себе лучше, правда. Мне не надо ничего дарить, парни, ну серьезно. У меня все есть, все хорошо. Все слишком хорошо складывается. Я в последнее время стал задумываться о том, что имею больше, чем вообще когда-либо мог подумать и рассчитывать. Ну вот в плане вот этих стримов и всего остального. Нет, чемп, нет. Я наоборот хочу, чтобы Саня его себе купил. Потому что там классный этот, кирка. Классный кирка. Хотя я Саню забайтил играть в Fortnite, а он вроде как не играет без меня, да? Сань, не играешь? А подписки покупает. И как-то дерьмово получилось. Ля-ля-ля, на Афродиту. Не, только с тобой. Ну вот, видишь, ну это неправильно немножко. Я начал моду на подарки. Да, кстати, да. Овел подарил мне первый подарок. Блин. Хочешь человек любимого стримера сделать подарок, ты же не угрожаешь? Да не. Все будут думать, что я выпрашиваю, поэтому все. Немножко поменял к этому. Отношение к этому поменял. Локи ультанул, да. Мне тоже показалось по звуку. Ну может это не ульт был, конечно. Вот он ультанул. Не. Тогда не было ульта, видишь? Минус стрим опять упал, Twitch. Но у меня все норм. YouTube. Если кто-то с YouTube может черкануть на Twitch. Приходите на Twitch, пожалуйста. О том, что все ок. Enemy ultimate down. Enemy
5 минут. Да, я знаю, я же говорю, скажите нам, что сейчас все вернется. Ну, это как обычно, помните, раньше такое часто было. Нужно только подождать. Так, сейчас мы соберем Death Bringer, да? Да. Идем за Death Bringer. Да, я знаю, это не от меня зависит. Напишите то, что стрим вернется, и все. Так, 5-1-7. Слушай, ну я бы мог лучше, конечно. Начальный предмет охотника сколько? Да я понимаю, но не настолько же быстро. Она прям, ну ты же видел сам, она прям, ну какая-то овер быстрая была. Так, я знаешь, что хочу? Кстати, аптечка. Я думаю, то, что я хочу ускоренную катану собрать. Да, скорость атаки. Вот я хочу ускоренную атаку, чтобы я штраф не получал при атаке, еще и быстрее бил, и бегал бы быстрее. Чё в игре за лдышкой? Что это такое? Хорошо. Вот, вы видели криты? Уф, блин, вот мне бы ускоряться. Да, по-любому нужна катана, короче. Всех пардов нету. Эмир. А, ну может быть ты про Эмира, да, действительно говоришь. Эмир хороший суппорт, но это танк. Это прям танк, танкович, танкевский. Сенко. Да, я знаю, что будет гайд. Осталось умереть только. Да, осталось только умереть прямо здесь. Локи здесь нету? Она прям ворвалась. Я не добил его, прикинь, критом. Лол, и щит из-за этого не юзнул. Ну ладно. Ладно, все равно хорошо забил. Блин, катан не хватает. Так, блин, и надо будет стартовик брать какой-нибудь, ну, вот этот, чистый урон. Молот бомбы имба, кстати. А вот этот подошел бы какой-нибудь бастет. Или Локи какому-нибудь копье бомбы, типа пушить. Вообще кайф. Да. Я думаю, и бастет, Локи с копьем было бы, были бы гораздо сильнее. Ну, в плане пушинга. Локи-то может соло пушить, правильно же? Вообще на бастет, кстати, я вот сейчас что-то пытаюсь рассчитать в голове приблизительно, хотя бы как бы это выглядело. Мне кажется, это вообще была бы имба. И вот тоже вопрос. Когда получаешь 20 уровень, а что лучше, апнуть начальный предмет или вот дособирать тот, который недособранный? Вот и вопрос отсюда. Хорош. Хорошо. Слушай, ну они и мощные ребята. А команда хорошая вроде, ну кроме 0.09 Афродит, это капец просто. И вот как получается, да, сейчас все только поднимают ММР. И как бы формируются рейтинги, мета и все остальное. И вот этот чувак на Афродите, скорее всего, выиграет эту катку, потому что мы выиграем эту катку. Пожалуйста.
Your right tower is under attack. Attack right lane. Просто изничтожил команду. Я закофим. Давайте закофим. Так, Локи там пытается пушить. Вот это нормальная скорость атаки. Офигеть, что за урон. Стрим на Твиче вернее. Ну конечно, я же специально его отрубил. Оф, мой красный. Да, не думаю. Я пошел, собираю. Наконец-то full build. Наконец-то full build, чат. Все, молот бомбы. Молот бомбы для этого. Для 80 единиц чистого урона. Уф. Еще будет кайф. Блин, сейчас с красным, с ФГ. Уф. Но не сказать, что это билд типа немезиды через криты, потому что, допустим, дробилка вообще не лезет в этот билд вообще никаким образом. С одной стороны. С другой стороны, я сейчас мощно бью и обилками, и с руки. Ну, вообще прям красота. Красота. От кого бы мне выцепить бы какую-нибудь Артемиду? У меня как бы и бицы же есть, и все, он не застанет при всех раскладах. Что делает Билон? Давай, Овел, спасибо. Ну, вы атакуете или нет? Выложишь эту катку? Наверное. Катка вроде ничёшная такая. Да и есть мысли по поводу билдов определенные. Но то, что стартовик бомба, да. Так, у нас есть 13 секунд, чтобы у нас было крайне много урона. Давай, Локи, давай, давай. Ха-ха. Понимаю. Открывайся. Заходите. Где он? Да я пытаюсь затанчить. Хорошо, хорошо, ладно, 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 ладно. Так, отыграли, хорошо. Уф, скорость атаки просто безумная, безумная. Мне нужен красный. Просто. Просто. Что это за урон? Уф. Хорошо, хорошо, хорошо. Уф, трипл килл, хорошо. Это good game, согласен. Не, ну билд имба, конечно, не знаю.
Я их просто исколотил, измолотил, алло. Я не знаю, чамп, я не знаю, сейчас после катки посмотреть. Я же не могу во время катки посмотреть, что там, как это сейчас случилось. Не-не-не, я хочу не мизить через скрытые, ребят. Я понимаю, что там зашел бы какой-нибудь... Эй, зависло. Какой-нибудь палач, там не палач, но хочу криты. Даже вот так вот. Даже вот так вот сейчас будет. Окей, чамп, окей. Демиан... Не-не-не-не-не, скорости хватает. Ты же видишь, мне катаны хватает, чтобы они даже отойти от меня не могли. У меня критов вообще, но немеренное количество. Смотри. Посмотри. Смотри на урон. Нормально все? Просто жесть. Как это вообще фиксить? Не, мета критов не вернулась. Это тесты. Но тесты какие-то жесткие. Ну а так. Кто у нас? Подходят. Заказы принимаешь? Да, да, принимаем, да, конечно. Нет, сейчас подойти и Габелла. Будем бить вообще титана, нет? Где лог, лог, лог? Блин. Ладно, ладно. Хорошо, 9-2. Очень много критов. Я, естественно, топ урона. Блин, билд забавный, кстати. Я бы принял его к сведению. Потому что, ну, прям же жестко. Прям жестко.